Альбрехт Дюрер родился в 1471 году в Нюрнберге, городе, являвшемся в начале 16 столетия одним из очагов немецкой ренессансной культуры. Его отец был золотых дел мастером, и первые навыки рисования сын приобрел в его мастерской. Интересен самый ранний автопортрет, выполненный в 1484 году 13-летним мальчиком. Заметив рано проявившийся у Альбрехта талант к рисованию, отец разрешил ему поступить в ученики к местному художнику Михаэлю Вольгемуту. За время обучения в мастерской юноша освоил не только основы живописи, но и научился технике гравюры на дереве. Незадолго до конца обучения Дюрер пишет одну из самых ранних своих картин – портрет отца. Следующие 4 года, по обычаю, принятому в те времена художниками, Дюрер провел в странствиях. Он посетил Южную Германию, Швейцарию и Италию. В 1494 году художник возвращается в родной Нюрнберг. Через год Дюрер получает право мастера и открывает свою мастерскую. Начинается период самостоятельной деятельности художника. Дюрер был великолепным рисовальщиком. Чаще всего художник рисовал пером и тушью, но не менее искусно владел углем, серебряным карандашом, кистью. Одним из самых известных рисунков Дюрера считаются руки молящегося. Он выполнен кистью и тушью и является этюдом к алтарному образу. С середины 15 века в Германии начался расцвет резцовой гравюры на меди. Еще раньше получила развитие гравюра на дереве. Альбрехт Дюрер сделал гравюру подлинно большим искусством. Между 1495 и 1500 годами художник исполняет ряд гравюр, отличающихся сложностью композиции и богатством линий. Среди них гравюры на меди «Блудный сын» Немезида и знаменитая серия гравюр на дереве «Апокалипсис». В фигурах четырех всадников воссоздано представление о разрушительных силах, войне, болезнях, божественном правосудии и смерти, перед которыми все равны. В XVI веке гравюра на дереве теряет свою былую популярность, и Дюрер все чаще обращается к металлу. Новая техника позволила художнику воспроизводить тончайшие детали и создавать тональные переходы. В 1504 году Дюрер создает произведение, прославившее его имя. Это гравюра на меди «Адам и Ева». Гравюра сразу же приобрела широкую известность. Итальянские мастера признали превосходство немецкого художника в изображении резцом тончайших нюансов формы. К 1512 году искусство Дюрера достигло наивысшей зрелости. К этому периоду относятся знаменитые гравюры на меди «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия». В последние годы жизни художник трудился над несколькими теоретическими работами. Среди них руководство к измерению циркулем и линейкой и 4 книги о пропорциях человеческого тела. Творческое наследие Альбрехта Дюрера огромно. В числе его произведений около 70 картин, более 400 гравюр на дереве и на меди, свыше 1000 рисунков. Произведения Дюрера и сейчас, через 5 столетий, вызывают волнение и восхищение зрителей. Это шедевры живописи и графики, до сих пор оставшиеся высшим достижением немецкого изобразительного искусства. Историк искусства Дехио писал о Дюрере. Его творчество имело самое большое общественное воздействие, потому что он наполнил сосуд своего искусства огромным человеческим содержанием. Он стал титаном своей эпохи, постигшим ее характер. Возрождение он понял раньше и глубже, чем кто-либо другой. Уважаемые читатели, приглашаем вас ознакомиться с изданиями о художнике Альбрехте Дюрере из фонда нашей библиотеки в отделе литературы по искусству.